И спать. Это РП, сервер, ссылка в описании. Есть смысл в полицию заявление какое-то писать? Или... На нас напали несколько человек, прям группа. Ну, и все, когда мы шли на кладбище, а потом этого кладбища не стало. Помогите, пожалуйста. Да, конечно. Не, ну окей, можно просто забить на это. Я просто не усну с мыслью о том, что на нас напали несколько человек с топорами, что-то хотели. Ты сейчас что хочешь? Вернуться домой? Мой живым, или ты переживаешь за то, что как же я усну? Я не знаю, давай хотя бы, там же на камере, ты заснял там, были они видны? Давай хотя бы на YouTube выгрузим, Сань, ты чё? Сань? Я, ребят, мне надо выйти, что-то. Давай на YouTube выложим хотя бы этот ролик, чтобы показать. 5 минут, мне вчера вас показать. Телефон тут оставь. Ага. Сейчас, 2 минуты. Ладно, ну да. Только побыстрее, ладно? Слушай, я не знаю, просто нужно об этом рассказать. Рассказать всем. Мы об этом расскажем, только, пожалуйста, давай мы выберемся отсюда. Сейчас Саня покакает. Да он блевать пошел, походу, ему плохо. Реально. Потому что, ну, меня тоже немного подташнивает от всей этой ситуации. Ну, как, укачало в процессе беготни. Вообще не понимаю. Мы же хотели просто его разыграть. Кто убрал кресты? Кто были эти типы? Я не знаю, я... Единственные два наших прикола было, ребята, не едьте туда, там очень страшно. И проходим по кладбищу. Всё? Сань, пойдем. Слушай, Артём, вот не будем туда идти? Артём! Артём, ты... Саня! Сань! Это копыта? Сань! 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 Едем. Давай, пошел, быстрее, ё-моё. Едем. Где Саня? Я не знаю, где Саня, я не знаю. Мы просто хотели пранкануть, блин. Это капец, ребята. За Саней вернуться. Ха-ха-ха.